Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Наша жизнь подчиняется законам Вселенной и влиянию планет. От положения звезд на небосводе зависит то, как будет складываться наша жизнь. Поэтому важно знать, какие события приготовил конец августа. Конец августа подарит шанс устранить блоки сознания и завершить дела, которые были отложены в долгий ящик. Особо деловых и личных вершин покорить не удастся, зато методичный подход к делам и забота о себе помогут создать прочную базу для будущих уже осенних успехов. С 27 по 31 августа идут самые сильные дни, когда идет завершение кульминационного астрологического этапа. В последние 5 дней уходящего лета стоит подвести черту и смело взглянуть в будущее. Стоит обратить внимание на свои планы. Это поможет обнаружить вам новые пути достижения намеченных целей и благоприятные русла деятельности в профессиональной сфере. Для многих станут более ясными возможности финансового и духовного роста. А также только в эти дни вы можете привлечь в свою жизнь успех и счастье. Данную практику, которую можно проводить, ее нужно делать утром, сразу, как только вы проснетесь. Вам всего лишь понадобится стакан воды, простой стакан воды. С 27 по 31 августа в любой из этих дней вы можете провести данную практику, чтобы привлечь успех и счастье в свою жизнь. В любой из этих дней, утром, как только вы проснетесь, берете стакан воды. На этот стакан вы наговариваете такие слова. «Водица, водица, дай тобой напиться, дай умыться и удачей зарядиться. 5 капель мне на счастье, избежать ненастья. 3 капли мне на успех от неудачи. И огромное море мне удачи и счастья». Да будет так. Данные слова вы должны проговорить ровно 3 раза. И все. Дальше вы воду выпиваете и умываетесь. И только в эти дни, так как у нас идут самые сильные дни августа, таким образом вы можете привлечь успех и счастье в свою жизнь. Только правильный утренний настрой способен изменить вашу жизнь.